Каждый барнаулец может оставить свой след в истории города. Сегодня в 3 часа дня всех желающих приглашают принять участие в финальном этапе ремонта знаменитых букв «Барнаул» в Нагорной части города. Напомним, реконструкция надписи началась в конце июля. Часть деталей даже пришлось заменить из-за сильной коррозии. Барнаульский Голливуд очистили от старой краски и вандальных надписей с помощью специальных пескоструйных устройств и подготовили к покраске. Особая краска, содержащая воск, по словам подрядчиков, полностью защитит металл от воздействия влаги и позволит визитной карточке города выглядеть новой не менее 10 лет. Напомним, конструкция была установлена еще в середине 90-х годов прошлого века и регулярно окрашивается, но настолько масштабный ремонт сделали впервые. Ожидается, что к покраске присоединится глава Барнаула Сергей Дугин и даже символ краевой столицы Дед Медведь.